Всем привет! Сегодня 15 октября, половина Инктобера, своеобразный экватор, поэтому поехали. Тема первого дня у нас была бэкпэк. Вот такой у нас парняга на Fixed Gear велосипеде с собакиным рюкзаке. Вот эта вот ремовочка сзади. То, что у него болтается под седлом. Не какашка, как вы могли подумать. Немножко другого стафа. Эта тема была дискава. Парень с бобиком у нас тут приехали на берег реки. Видимо, Волги. Ну и вот тут обнаружили подводную лодку. Так что вот такое вот открытие. Бутс, топ-то ботинки и звездная королева Барбарелла собственной персоной. Экзотическая порода из Мексики. Ксола. Полное название я боюсь не выговорю. Это у нас бинокль и кто за кем подсматривает, не совсем понятно. Леди Годива и тема трек. В моем случае трек через другое сочетание букв. Пусть это будет ошибка, но вот трекстендит дама. Хотя мне больше нравится французское название «Сюрпляс». Ну, Лилу Даллас, ее знаменитый мультипас на тему «Паспорт». Вот вертикальная картиночка, хайк, вот такой вот водопад. Прекраснозадая дама. Тема солнца. И вот тушью, пером по старинке сделал такую а-ля гравюру, как солнце катит на деревянном лесопеде по облакам. Nomadic, кочевник, ну вот такой дом-кочевник. Снекс, закусочки, ну, в качестве закусочков у нас оладушки с фруктами, орешками и метком. Remote, remote place, то есть какое-то место отдаленное. Вот парень прилетел на самолете и видит на далекой-предалекой скале. Отсвечивает куполом какое-то здание непонятное. Horizon. И в данном случае это у меня Event Horizon, то есть горизонт событий. То самое место, в котором реальность скатывается в черную дыру. Ну и имперский флот, естественно. Три звездных разрушителя, звенья тайфайтеров. Все, как дедушка Лукас завещал. 14 октября была тема Rome. То есть какие-то скитания. Ну и вот скитаются ребята. Объезжают лужицу по канаве. Тяжек путь МТБшников. И сегодняшняя картинка, тема у нас была гайдлайн. И вот такая вот обложка в стиле винтажных облог путеводителей. В данном случае это путеводитель по диким птицам. Какой-то птах на какой-то ветке.
Пока все. Продолжайте наблюдение.